Сегодня фотохудожник Сергей Кирьянов отложил свой рабочий инструмент. За автора говорят его работы. Художники, актеры, журналисты и все те, кто принято называть богемой, посмотрели на себя со стороны, какими их видит автор. Использовала этот портрет, когда мне предложили напечатать материал о галерее в французском журнале. И попросили портрет. Я поискала и, в общем, выбрала именно этот портрет и отправила его в журнал. Поэтому мне Сережа вдвойне благодарна. Автор утверждает, что никогда не будет мучить объект длительной съемкой. Именно поэтому его зритель отмечает, портреты Кирьянова живые, искренние и эмоциональные. Сам фотограф называет свой стиль художественно-репортажным. Я говорю зачастую, говорю своим, тех, кого фотографирую, ребята, говорю, вы даже не почувствуете себя фотомоделями. Извините уж. Жанр такой. Вот случайно зашел, например, вот к ребятам, к этим, Роме, к Олесе. Просто случайно зашел, и причем ее не было. Они пришли, я говорю, вот давайте, я давно уже хотел вас снять именно вот на этом шахматном полу. Все, случайно, совершенно снял. Смотрит на людей через фотоаппарат Кирьянов вот уже 15 лет. Знакомые и незнакомцы – это только 76 портретов. Остальное приморцы смогут увидеть в недавно изданном альбоме художника. Здесь собраны, как уверяют издатели, лучшие 200 портретов автора. Он может идти по улице, встретить своего знакомого или незнакомого человека, просто сделать один клац фотоаппаратом. И получается просто классно. Как у него это получается, никто не знает. Это мастерство. Сам автор признается, людей снимать гораздо любопытнее, нежели здания, ландшафты и виды города. И, возможно, вскоре он навсегда откажется от этого стиля в пользу таких живых и искренних знакомых незнакомцев. Инна Гончарова, Татьяна Меньшикова, Александр Бугаков, «Панорама».